Мне очень понравился этот конкурс. Всем советую на кастинг идти в следующем году. Вот. Полно эмоций, впечатлений. Открыла себя с новой стороны. Мне очень понравилось участвовать в конкурсе. И, конечно, местами было не очень организовано, наверное, но это всегда интересно, весело и задорно. Мне нравилось подготавливать образы и делать, придумывать самый макияж. Большое спасибо Наталье Озерской за прически и макияж, который она сделала. Я думаю, что мы в песне будем в дальнейшем обязательно работать. Конечно, эмоции запомнились только положительные. Разные съемки. Очень понравилась тема с амазонками. Это было здорово, по-дикому, действительно, рычать на камеру по-настоящему. Это классно. Очень хотела победить в этом году, но все-таки, наверное, второе место мое. Как в прошлом году, так и в этом. Я не расстраиваюсь. Все здорово. Впечатления от конкурса у меня очень смешанные. В какой-то момент мне было очень трудно, в какой-то момент я вообще думала, что меня выгонят, что мне будет очень плохо. Но в какой-то момент, когда я выходила, и меня называли первой, меня называли фавориткой, я все-таки лелеяла в себе надежду о том, что я смогу стать первой. И в итоге, на самом деле, так и вышло, я очень рада. Я хочу выразить огромную благодарность спонсорам проекта, организаторам проекта, потому что, ну, без них бы, в принципе, этого всего бы не было, я бы не провела, так сказать, свой досуг так интересно и весело, как я провела его на этом проекте. Хочу выразить еще благодарность своему визажисту Наталье Озерской. Она меня красила все это время на всех фотосессиях. Я ей очень благодарна за это. Хочу еще выразить огромную благодарность фотографам Илье Глебову, Наталье Мелешковой, потому что они, не знаю, они самые лучшие фотографы, которых я вообще когда-либо видела, и я желаю им продвижение в их работе, в их деле, чтобы они искали вдохновение во всем и не останавливались никогда.